Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Я запрограммировал фокус на расстояние 58 мм и диафрагмы 2 до 16. Сейчас одуванчик установлен на переходник с помощью двухстороннего скотча. И границы посадки одуванчика обозначены на переходничке. Вам нужно будет только убрать одуванчик со скотча, обезжирить поверхности одуванчика и переходничка. И после установки переходника на объектив аккуратно наклеить одуванчик. Клей из тюбика не лейте, а наносите его с помощью зубочистки. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.